Я начну рассказывать про Omnia. Как сказал Карсон, Omnia — это возможность. Omnia занимается реальным майнингом. Мы майним криптовалюту, биткоин, эфир, эфир классик, лайткоин и Zcash. К этому моменту вы можете заключить с нами контракты на майнинг двух криптовалют — биткоин и эфир. Но в дальнейшем у нас будет множество других криптовалют, которые вы сможете майнить с нашей помощью ради светлого будущего. Я так всегда говорю. Это настоящий шанс, как сказал Карсон. У меня есть опыт в сетевом маркетинге, но опыт, который я получаю с Omnia, это нечто невероятное. За всего лишь 3 месяца количество участников достигло 90 тысяч, хотя мы сейчас находимся еще на этапе предзапуска. Мы только недавно, несколько дней назад, запустили новый бэк-офис. Думаю, это было около 2 недель назад. Мы быстро идем вперед, поскольку множество людей понимают, что такое криптовалюта и какое будущее у них впереди. Криптовалюта — это прибыльный бизнес, и поэтому сейчас майнинг криптовалют — это лучшее, чем вы можете заняться. Я не знаю, существует ли бизнес лучше этого. Как сказал Билл Гейтс, будьте первыми в этом. Эксперты говорят, что в мире всего 1% людей слышали о криптовалютах. И из этих людей всего 1% понимает, что такое криптовалюта. Так что у этого бизнеса есть огромный потенциал. И если вы сможете быть одним из первых, вы сможете получить максимум от этого всего. We believe, like experts are saying, that to mine cryptocurrency is profitable 6 to 9 years in the future. So if you эксперты говорят, что майнинг криптовалют будет выгодным в течение 6-9 последующих лет. Если вы сможете майнить криптовалюту сейчас, вы получите очень хорошие результаты, которых не смогут добиться люди, принявшие участие в этом бизнесе позже. If you talk about cryptocurrency effects, there are companies like Mastercard, like Goldman Sachs. Если говорить о фактах о криптовалюте, такие компании как Mastercard, Goldman Sachs или Citibank, крупнейшие компании в мире, крупнейшие бренды тоже занимаются криптовалютой, потому что криптовалюта — это будущее. Просто представьте, эксперты говорят, что рыночная капитализация криптовалют к 2022 году составит $5 триллионов. Это очень большая сумма. Сейчас капитализация всех криптовалют составляет примерно $500 миллиардов, но в будущем она составит 5 триллионов. Это очень много. Two words. First is a crypto, and second is a currency. So currency is a mode we can use. Слово криптовалюта состоит из двух слов: крипто и валюта. С помощью валюты можно покупать и продавать любые вещи, такие как кофе, авиабилеты и все прочее. В разных странах существует множество валют, которыми вы можете пользоваться для покупки или продажи чего-либо. Но крипто означает шифрование. С помощью простого слова можно обозначить цифровые деньги. Это означает, что вы не можете их взять в руки, но вы можете ими пользоваться. Как это работает? Всем знакома система бартерного обмена. Например, кто-то мне даст, например, рис, а я ему дам одежду или что-то еще, что есть у меня. Также мы можем использовать золотые и серебряные монеты, карты MasterCard и Visa, и, конечно, бумажные деньги. Я думаю, в таких городах, как Дубай, можно увидеть очень много бумажных денег. Но в Дубае также планируется переход к блокчейну к 2020 году. Так что там тоже можно будет ожидать перехода на цифровые расчеты. Так что шаг за шагом бумажные деньги отступают. И приходит время цифровых денег. Следующим шагом, конечно, стали такие цифровые системы, как PayPal, Paytm и множество других. Ну, а теперь пришло время криптовалюты. Это означает, что сегодня вы можете купить,
Я не сказал бы, что все, но 70% вещей вы можете купить с помощью криптовалюты, как в Японии. В Японии вы можете совершать покупки с помощью биткоинов в 250 тысячах магазинов. Конечно, и в других странах тоже. Я думаю, если я не ошибаюсь, я могу купить Lamborghini здесь, в моем родном городе. Здесь я могу купить виллу за криптовалюту, за биткоины. Это показывает, что все постепенно начинают понимать, что такое криптовалюта, и в чем сила такой криптовалюты, как биткоин и все прочие монеты. Я хочу вам немного рассказать о биткоине, и я думаю, что все о нем уже немного знают. Но мне нужно рассказать вам о нем примерно 2 минуты, потому что, я бы сказал, это мать всех криптовалют. Биткоин был создан в 2008 году, хотя многие говорят, что это было в 2009, на основе системы блокчейн. Блокчейн – это система, подобная интернету. Подобно тому, что мы сегодня не можем жить без интернета, эксперты говорят, что через 6 лет мы не сможем жить без блокчейна. Конечно, вы выживете без этих вещей, но они будут частью вашего образа жизни. Так что это будущее. Но также важно то, с чего все начиналось. В 2009 году Сатоши Накамото, человек, которого никто не знает, создал систему блокчейн и первую криптовалюту под названием биткоин. Всего может быть выпущен только 21 миллион биткоинов. Больше создать невозможно. Более 16 миллионов уже выпущено. Система может создавать только 12,5 биткоинов за 10 минут. Это один блок. Что поражает, никто не верил в биткоин в начале его существования. Поэтому цена биткоина составляла всего примерно 10 американских центов. Сегодня цена биткоина составляет примерно 16 тысяч долларов. И это действительно поражает. Цена зависит от спроса и предложения. То есть, если предложение меньше, то спрос растет и устремляется все выше и выше. Это значит, что создать можно меньше биткоинов, и спрос очень высокий, поэтому цена биткоина растет с каждым днем. Сегодня это 16 тысяч долларов. Я не эксперт, но эксперты говорят, что цена биткоина может подняться до 500 000 в дальнейшем. Это сумасшедшие деньги. Я думаю, эти вещи мы уже знаем, и я хочу рассказать вам больше о майнинге, потому что наша компания занимается майнингом. Как получить криптовалюту? Есть два способа, два реальных способа получить криптовалюту. Первый – это когда Брюс просто говорит: «Хорошо, я хочу получить биткоины или эфир». Для этого надо прийти на биржу и купить их. Конечно, это хороший способ. У вас будет криптовалюта, цена будет расти и падать. Это не важно. Конечно, это важно. Но вы ничего с этим не поделаете. Второй способ – это майнинг, создание криптовалюты. Это процесс, который называется майнинг. Это означает, что у вас есть графические процессоры или оборудование для майнинга биткоинов. Вы используете их, потребляя электроэнергию и используя интернет и определенный алгоритм, можете создавать цифровые деньги. Конечно, это биткоины и все другие монеты. Я думаю, сегодня существует более 3000 криптовалют или альткоинов, которые вы можете создавать. Это процесс, который называется майнинг. Обычно в процессе майнинга вы добываете, например, золото в Африке. Это тоже называется майнинг, добыча. Также называется и процесс создания криптовалюты.
Мы – это компания, которая занимается майнингом. Мы создаем криптовалюту. Вы можете покупать у нас пакеты и майнить эту криптовалюту. Я вам объясню одну вещь. Майнинг отличается от трейдинга, который означает покупку и продажу криптовалюты. Если вы занимаетесь трейдингом криптовалюты, цена может расти и падать. Это значит, что у вас может быть положительный или отрицательный результат. Приведу к примеру. Несколько дней назад цена биткоина была, если не ошибаюсь, примерно 20 тысяч долларов. Сегодня биткоин стоит 15 тысяч долларов. Брюс, извини, у меня твоя картинка, так что мне нужно говорить с тобой. Может быть, у меня есть всего 5 картинок. А предположим, что Брюс покупает один биткоин за 20 тысяч долларов. Он тратит 20 тысяч долларов на один биткоин. Но сегодня он уже потерял 25%. То есть, у него теперь на 25% меньше денег, потому что он купил биткоин. Цена, конечно, может вырасти, но она также может и упасть. Но в процессе майнинга неважно, какую криптовалюту вы майните. Конечно, она должна быть прибыльной. Он мне определит, какая криптовалюта прибыльная. В противном случае мы не будем майнить эту криптовалюту. У вас всегда будет положительный результат. Это значит, что если Брюс купит у Омния пакет за одну и ту же сумму, он всегда будет получать новую криптовалюту. Неважно, если это 1 доллар или 1000 долларов, сумма всегда растет. За 6, 8, может быть за 10 месяцев, это зависит от уровня сложности майнинга, конечно, он получит 1 биткоин за эти 20 тысяч долларов. Так что цена остается такой же. Затем он не получит больше ничего, если он просто купит один биткоин. Но если он купит майнинг-пакет, он всегда, каждый день будет получать больше и больше биткоинов. Это самое большое различие между трейдингом и майнингом криптовалюты. Самое важное, что вы должны понять, трейдинг криптовалют может приносить положительные или отрицательные результаты, но майнинг может приносить только положительные результаты. Вы всегда будете получать новую криптовалюту. Если не будет положительного результата, если у вас не будет прибыли от майнинга криптовалюты, предположим, в течение 3 лет не получаете прибыли от майнинга биткоинов, Омния прекратит майнинг биткоинов. И вы сможете поменять пакет на эфир, эфир классик или, может быть, не знаю, биткоин кэш, если биткоин кэш станет стабильным. Так что у вас всегда будет новая криптовалюта и положительные результаты. Вот это и является самым большим отличием. Этот слайд очень важен для меня. Как сказал ранее Карстен, основатель, или сейчас его можно уже назвать основателем, Роберт Фельге, он из Австрии. Большинство знает его по социальным сетям, по видео и другим каналам. Он говорит, я считаю, я действительно считаю, он именно тот человек, благодаря которому Омния стала настолько большой компанией. В течение следующих 5-10 лет, благодаря ему, Омния очень сильно вырастет и станет одной из величайших компаний в мире. Наверное, вы слышали, что он говорил. Наша компания рассчитана не на 2-3 года работы, и это реальность, потому что мы знаем, что он делает. Мы действительно благодарны ему. Потому что, как сказал Карстен, это человек, который привлек меня и сказал, хорошо, мы собираемся создать огромное движение в этой индустрии. Омния была основана в 2017 году, если не ошибаюсь, 4 месяца назад или около того. Мы только начали и уже работаем в 195 странах, так что у нас есть по крайней мере один человек в каждой из 195 стран, привлеченный в Омния. Я думаю, у нас уже более 90 тысяч участников. Более 90 тысяч людей в Омния на данный момент. Чем мы занимаемся? Наша компания – поставщик услуг. Такой же поставщик, как, например, поставщик интернет-услуг или поставщик электроэнергии.
Мы являемся также поставщиком хэш-мощностей. Хэш-мощность – это параметр, определяющий количество криптовалюты, которое вы можете майнить. Если у вас больше хэш-мощности, вы можете майнить больше криптовалюты. Если у вас меньше хэш-мощности, вы получаете меньше криптовалюты. Я вам больше расскажу о майнинге и хэш-мощности через примерно 2-3 минуты. Итак, вы можете майнить криптовалюту, указанную в нашем каталоге. Как я уже говорил, на данный момент в нашем каталоге вы можете купить контракты на майнинг двух криптовалют – биткоина и эфира. В дальнейшем список криптовалют будет расширен. Туда войдут Ether Classic, Zcash, Litecoin и, может быть, Bitcoin Cash. Но нам нужно следить за тем, чтобы он был стабилен, чтобы вы могли купить и пакеты для Bitcoin Cash. Компания легальна и зарегистрирована в Европе. Мы владеем оборудованием для майнинга. Я думаю, для вас это самый важный фактор, для того, чтобы понять, чтобы решить, хотите ли вы стать частью Omnia или нет. Я не хочу указывать название, но в реальности более 90% компаний в этой индустрии не занимаются никаким майнингом. Конечно, они утверждают, что занимаются майнингом, но у них нет оборудования и майнинг не идет. Omnia же занимается реальным майнингом. Мы владеем своим оборудованием. Я вам показывал видео о нашем оборудовании. У нас заключены контракты с одним из крупнейших поставщиков оборудования – Canon. Возможно, вы слышали о нем. Если не слышали, можете поискать в интернете. Это крупнейший поставщик оборудования, один из крупнейших. Мы заключили с ним контракт на поставку 200 тысяч единиц оборудования в 2018 году. 200 тысяч единиц оборудования в 2018 году. Может быть, конечно, и больше. Роберт каждый день работает над новыми контрактами, ведет очень активную работу. У нас будет все больше и больше оборудования, и мы можем майнить реальную криптовалюту. Конечно, у нас есть еще один партнер, Genesis Mining. Они предоставляют нам услуги и оборудование, которое теперь принадлежит Omnia. Майнинг-фермы расположены в Исландии, Китае и Швеции. И, как сказал Карсон, у нас будет крупнейшая майнинг-ферма в Австрии. Я могу вам сказать, мы собираемся побывать в Австрии с 11 по 14 января. Вы увидите множество новых видео, которые вам покажут ваши лидеры. Планируется приезд 50 или 60 человек со всего мира. Мы посетим новую майнинг-ферму. Как сказал Карсон, может быть, в 150 километрах от Карсона в Австрии. Это фантастика. Я не хотел бы вам много об этом говорить, но хотел бы, чтобы вы поняли. У нас есть майнинг-фермы, собственное оборудование. Мы реальная и легальная компания. Мы поставщик услуг и работаем сейчас более чем в 195 странах. Идем дальше, я перейду к пакетам. Я бы хотел, чтобы вы все кое-что записывали, потому что это очень важно для меня. Потому что я слышал, что многие люди не понимают, что такое майнинг, и сколько они будут получать денег, и сколько у них будет хэш-мощности, и сколько криптовалюты они смогут генерировать. Это очень важно для меня, показать вам, насколько реально и прозрачно то, что мы делаем. Итак, у нас есть разные пакеты. Мы рассмотрим пакеты с биткоином, потому что, я думаю, 95% участников Omnia хотят заниматься майнингом биткоина. Сейчас я покажу вам живой пример. У нас есть пакеты от $100 до $100,000. В качестве примера мы рассмотрим пакет Light Miner. Я запишу это здесь, мне нужно, чтобы вы это записали.
чтобы понять, как это работает. Это очень важно. Перейдите к пакету Lightminer. Пакет Lightminer стоит $1000. Вы стандартно получаете 5714 гигахэш в секунду. 5714,30 гигахэш в секунду. 50% of the hash power. 50% of these hash power we are using. Однако 50% этой хэш мощности мы используем для обслуживания оборудования и, конечно, для покупки нового оборудования для того, чтобы обеспечивать пожизненный майнинг. Пожизненный майнинг означает, пока майнинг остается прибыльным. Понятно? Пожизненный майнинг означает, пока майнинг остается прибыльным. Неважно, биткоин ли это, биткоин кэш или любой другой майнинг с помощью графических процессоров. Эфир, эфир классик, зкэш. Пока майнинг криптовалюты остается прибыльным, мы будем вести майнинг и предоставлять вам его результаты, доход от него. Поэтому, пожалуйста, дайте понять, что вы понимаете, что пожизненный майнинг означает, пока майнинг остается прибыльным. Эксперты говорят, что так будет в течение 6-9 лет. Так что вы будете получать доход от майнингов криптовалют в течение 6-9 лет. Допустим, я покупаю майнинг-пакет для биткоина за $25,000. Но майнинг биткоина перестает быть прибыльным, возможно, через 3 года. Поэтому компания прекратит майнинг биткоина. Но Карсон может поменять этот пакет за 25 тысяч на майнинг другой криптовалюты, который предоставляет Omnia. Он может выбрать пакет за $25,000 на майнинг эфира. Ему не придется ничего доплачивать. Оплата единовременная. Мы предоставляем вам хэш-мощность, как поставщик услуг. 50% этой мощности мы используем для обновления оборудования, поскольку это оборудование служит, возможно, года два или полтора. А затем появляется новая технология, или оборудование переходит в негодность, нам приходится покупать что-то новое и так далее. Вот почему 50% мощности мы забираем, а 50% предоставляем вам для майнинга в течение 6-9 лет. И вы можете сменить свой пакет, как только майнинг по вашему пакету, например, майнинг биткоина, эфира или чего-то еще, перестанет быть прибыльным. Самое важное, с пакетом Lightminer у вас будет мощность 2857,15 гигахэш. Я записываю эту цифру. Вы получите 50%, это 2857,15 гигахэш. При расчете майнинга всегда имейте в виду хэш-мощность. Мегахэш, гигахэш, терахэш и так далее. В случае с майнингом биткоина это гигахэш. Я это записываю. В случае с пакетом за $1000 вы получите 2857,15 гигахэш. Сейчас я перейду в калькулятор, который покажет нам, какая будет прибыль. Я открою веб-сайт CryptoCompare. Кто-нибудь напишите это название в чат, я буду вам благодарен. Так все поймут, как он называется. www.cryptocompare.com. Я могу написать 3W. Еще одно. Пожалуйста, не пишите ничего в чат. Я отвечу на все вопросы в конце. Вы можете пользоваться этим веб-сайтом. Он никак не связан с Omnia. Перейдите в раздел «Майнинг», а затем в «Калькулятор». Мне нужно, чтобы вы сосредоточились на этом, потому что это важная тема, и если вы в ней разберетесь, вы поймете все про работу Omnia и «Майнинг».
перейдите в калькулятор. У меня выбран биткоин, а вы, конечно, можете выбрать эфир или эфир классик. Мы выбираем биткоин. Не забудьте указать 0 в поле затраты на электроэнергию. Это очень важно, потому что Omnia оплачивает эти расходы из этих 50% мощности. Вам не придется платить за электроэнергию, за интернет и за все прочее, и за техобслуживание тоже. Итак, здесь должно быть 0. Обычно здесь указано 10 центов, когда вы открываете этот веб-сайт. Обычно это всегда 10 центов. Поменяйте на 0. Здесь есть пункт «хэш-мощность». Здесь можно выбрать хэш, гигахэш, мегахэш и, конечно, терахэш. Но для биткоина вы должны выбрать гигахэш. Я указываю ту же хэш-мощность, которую вам предоставляет Omnia. Это 2.8.5.7.15. Если вы очень хотите, вы можете сделать скриншот. Всегда помните, все зависит от степени сложности майнинга и, конечно, от цены биткоина. Это очень важно. Доход, который вы получаете от Omnia, зависит от предоставленной вам хэш-мощности, сложности и, конечно, от цены биткоина или эфира, если вы майните эфир. Обычно, если вы покупаете пакет за $1000, мы предоставляем вам хэш-мощность для майнинга в 2857,15 гигахэш. И вы ежедневно можете генерировать 0,000,3836 биткоина. Каждую неделю вы можете генерировать 0,002685 биткоина. Если мы выберем месяц, вы можете генерировать 0,01151 биткоина. Я говорю не о долларах, потому что, и это очень важно понимать, вы покупаете хэш-мощность, и мы предоставляем вам доход от майнинга в криптовалюте. Так что от Omnia вы получаете криптовалюту. А сколько стоит эта криптовалюта сегодня? Цена всегда растет и падает. Если мы рассмотрим сегодня, сегодня 27 декабря 2017 года, если вы сегодня купите пакет, вы будете получать криптовалюту биткоин примерно на 178,82 доллара в месяц. Я знаю, что многие люди очень хотят понять, сколько процентов они будут получать в месяц или в неделю. Я не поклонник данных в процентах, потому что эти результаты – это не та сумма или этот процент, или это сумма дохода в криптовалюте, которую вы будете получать в последующие 6 лет. Нет, все зависит от сложности и, конечно, стоимости. Я всегда буду говорить, зайдите в калькулятор, посмотрите, сколько процентов вы получите. Я знаю, для некоторых людей это очень важно. Я могу определить это примерно. Это примерно. У меня не очень хорошо с математикой. Может быть, вы сможете рассчитать и написать. Было бы здорово. Это 178, допустим, 179 или 180 долларов в месяц. А вы заплатили $1000. Я не знаю, сколько это процентов. Сколько это? Правда, я не знаю. Если можете, рассчитайте сейчас и напишите. Это бы мне очень помогло. Итак, это очень важно для меня. Я просто хочу узнать, понятно ли это вам. Если непонятно, я могу объяснить еще раз, потому что это самая важная часть, если вы присоединились к Omnia и продвигаете Omnia. Все понятно? Если непонятно, просто напишите мне в чат. Я очень кратко объясню все еще раз. Итак, сегодня один из участников говорит, что это 17 или 17,8%. Да, но это зависит от сложности. Спасибо. Идем дальше. Вы также можете выбрать эфир, эфир классик, применить этот калькулятор для майнинга и сделать расчет для любой другой криптовалюты.
Продолжаем. Я думаю, это наиболее важная часть. Теперь вам понятно. За пакет, который вы покупаете, вы платите один раз $49. Это очень важно. В сумме получается $1049, если вы покупаете этот пакет. Конечно, вы можете улучшить пакет в дальнейшем, если захотите, и получить больше хэш-мощности и больше доход от майнинга. Это пример с эфиром. Вы можете также посмотреть это на нашем веб-сайте. Единственный пакет, который вы не можете увидеть сейчас, это пакет за $5000, пакет Pro Miner. Его можно будет увидеть позже. Это CryptoCompare калькулятор. Я сделал очень подробный слайд, чтобы объяснить вам, потому что я думаю, что вам будет сложно. Это очень важно. Сейчас я буду объяснять вам немного дольше, потому что, как я думаю, многие запутались в информации об Omni, от прибыли от майнинга, об объеме и сроках майнинга, которые они получают. Это очень важно для меня, потому что это также вопрос для вашего даунлайна, когда они получают свой доход. Итак, это зависит от пакета, который вы приобретаете. Давайте рассмотрим пакет за $1000. Тот же пакет. Смотрите, я здесь написал 2942 гигахэш. Потому что мы проводим акцию, по которой вы получаете в процентах больше хэш-мощности в декабре. До 31 декабря вы получаете больше хэш-мощности от 2% и до наиболее дорогих пакетов за 25 тысяч и $100,000, с которыми вы получаете на 12,5% больше хэш-мощности. Вот почему здесь указано 2942 гигахэш. Так вот, например, если вы покупаете пакет за $1000, вы будете получать прибыль от майнинга при мощности в 2942 гигахэш. Доход в день с этого дня или на сегодня, он может измениться через месяц или год. Это 0,003949. Ваш майнинг заработает через 14 плюс 6 дней. Это 20 или 21 день. Каждый человек, кто присоединится к Omni и улучшит или купит пакет, скажем, Джон покупает пакет 1 января. Через 14 дней, 15 января, для его пакета запускается майнинг. Так что вам придется подождать 14 дней, и на 15 день начнется ваш майнинг. И от пакета, который вы купили, будет зависеть. Скажем, Джон купил пакет за $1000. Это значит, что его первая прибыль придет через 14 плюс 6, то есть 20 дней. Так что на 21 января он получит в свой кошелек свой первый доход от майнинга. Это очень важно, поскольку очень многие находятся в замешательстве. Они просто покупают пакет у Omni и спустя неделю звонят вам и спрашивают, где их деньги, где их майнинг. Это очень важно. Доход от майнинга начнет генерироваться после 14 дня, а затем, в зависимости от вашего пакета. Если у вас пакет до $5000, это займет несколько дней. А если цена пакета $8500, ваш доход от майнинга будет ежедневным. Доход от майнинга биткоина будет приходить ежедневно на ваш кошелек, который вы укажете в своем бэк-офисе. Конечно, в случае с эфиром все выглядит немного по-другому. Потому что, скажу вам прямо, доход от майнинга эфира не так высок, как в случае с биткоином на данный момент. Эфир стоит примерно $700, поэтому доход не такой большой. Если вы сделаете расчет, он может быть и будет выше через год или полтора,
Это зависит от цены эфира. Если вы купите пакет для эфира, предположим, за 1000 долларов, вы получите 22,66 мегахэш. Обычно вы получили бы только 22 мегахэш, но вы получите 0,66 мегахэш, потому что мы проводим акцию до 31 декабря, и ваш доход составит 0,002859 эфира. Этот доход поступит вам через 10 дней. Это значит, что по прошествии 14 дней начнется ваш майнинг, плюс 10 дней. Так что на 24 или 25 день вы получите свой первый доход от майнинга. Очень важно, чтобы вы объяснили своим клиентам и партнерам, в какие сроки они будут получать свой доход. Это очень важно. Конечно, у нас был доход в 0,0015 биткоина до того, как мы поменяли его. Потому что, как вы знаете, в блокчейне увеличился трафик и были повышены тарифы за транзакции. Мы поменяли этот параметр. Вы можете посмотреть его в вашем бэк-офисе. Сейчас он составляет 0,0024. Для эфира он был 0,002. Сейчас 0,003. Прошу прощения, 0,03. Это очень важно. Пока вы получаете такой доход от майнинга, он будет приходить на ваш кошелек. Этот материал подготовлен командой Вниформата исключительно в информационных целях и не является предложением или ходатайством о покупке, продаже или майнинге, добыче любых криптомонет, криптовалют, цифровых токенов, продуктов или услуг по инвестициям. Также не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. Любые операции на крипторынке с криптомонетами, криптовалютами, цифровыми токенами и другими продуктами криптоиндустрии имеют повышенный уровень риска. Мнения, выраженные в этом материале, не являются рекомендациями. За необходимой консультацией следует обращаться к соответствующему квалифицированному специалисту с учетом ваших личных обстоятельств. Авторы и участники данного материала, а также любые партнеры команды Вниформата не являются сотрудниками компании OmniaTech, однако они могут быть независимыми дистрибьюторами, партнерами OmniaTech и могут воспользоваться планом вознаграждения, маркетинг-планом OmniaTech. Их мнение отражает их профессиональный и личный опыт и не могут указывать на наличие официальной должности в команде Вниформата или OmniaTech. Любые приведенные расчеты и результаты не гарантируют получение каких-либо доходов, подарков и бонусов. Вниформата является сообществом независимых партнеров. Копирование и размещение данного материала на любых ресурсах разрешается только при полном сохранении его целостности. Внесение каких-либо изменений запрещено.